Посмотрите, на что я здесь набрел. Отдел Мурана. Мурана стекло. Какая прелесть. Ого. Не ожидал. Смотрите, какой парусник. Прикольно. Уточки какие. Два лебедя. Там какая красота рыбки. Принцы или кто там? Вот эти. Зеркало. Пики сидят. Ой, сколько я вам сегодня красоты-то в ленту запущу. Вот это да. Кстати, вот кто хочет посмотреть, что они производят, вот есть сайт. Димурана.ру. Смотрите, какой конь здесь шикарный. И там морской конь. Красота, конечно. Буйство красок. Отдел закрыт, а так бы я зашел, поснимал, конечно, бы. Вот это с правой стороны чаши. Ну, Розенталис, одна полочка, и Геланд тоже премиум класса. Это сторона Кавари, Англия здесь, там Кавари на столе, там Розенталь, Версачев на столе. Здесь уже Чехия. Я выберу, как пальцы остаются, я выберу, не переживайте. Красота. Да, конечно, премиум класса, но смотрите, Royal Crown Derby, он здесь снят. С ними работаем тоже, но ожидания у них 6 месяцев, если вы хотите индивидуально что-то заказать. Можно зайти и посмотреть все, что они представляют, все, что они презентуют, и заказать. Да, это фарфор. Это ручная работа, там костяной фарфор. У Геранда костяной фарфор, то, что вы держите. Представляете, вся чешуя, она рисуется вручную. Очень кропотливо. Доставка в любой конец мира у нас есть. Да, здесь цены на 6 герцов. Фундаментная коробочка. Нет, Богемия. Это не малахит, цвет малахита, но это... 800-750, да. Вот 6 стаканов, да, бокалов, да, для чая. Нет, это не камень малахит. Не смотрю, что снимаю. Вот эти красивые бирюза. Какой нежный, 7400. Два бокала, шесть бокалов таких. Мужчина, там цены на 6 крестов, по 2 штуки выставили на столе, но на 6. Угу. Любые графины везде на 6 крестов. Вот мои контакты, на сайте. На сайте тоже. Графины 6 бокалов на выбор. Но тем не менее. Вот такие цены. Здесь тоже на море идут дробить, но вот эту часть не можем. Любую часть дробить не можем. Вот так. Ну, бирюза мне больше всего понравилась, конечно. На 6 крестов. Версачи. Киркоров, да, наверное, такой посуде. Это вот там, да. Вкушает. Так, сейчас он со скидкой. 35% скидка. 400 стоило, 255 сейчас. Ну, роскошный набор, конечно. Вот такое летнее утро. На балкон. Солнце падает. Нева. За окном. И вот такой набор на шикарном столе. Конечно, красиво. Да, золотой шелк. А там лиловый. Видите, вон там вот.
А это золотой. Ничего. А лиловый? Вот он. А, вот здесь. Да. Все очень красиво. Шелк вставлен. Набор 9850. Мне лиловый больше нравится, золотой все без ноги. Слишком любительно, наверное. Да, а золотой продали мы. У нас вся коллекция была, золотой продали. Тоже с ними работаем, 2,5 месяца ожидания. Это ножи, смотрите, для этих... Творожной массы, да. Ну да, для... Творожную массу тоже используют для рыбы. Вот. Это что-то нереально красиво. Малахит, как же красиво. Лицо знакомое, но я была в среде. У него прям после его обзоров покупать людей. Да, скажите, как вот здесь красивые бокалы. И кувшин. Кувшин 21 тысяча стоит. Очень много их нам приходят. Депутаты и губернаторы приходят. Да, вот кто хочет по-царски жить? Все хотят, я думаю, да? Да-да. Это старый год уезжает. А с этой стороны посмотри, приезжает новый. Чух-ч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 ух. Перевернись, давайте перевернем. Ой, и все пойдет по-другому. Все. Это то, что я люблю, цветочки. Все. Я, значит, вы мне напишите вот сами, я дам вам. Так. Вот она, чайная. Это. Лариса, для чая, видишь, да? Ну, чина, видите? Ну, очень красиво, очень нежно. Она светает, мне надо... Фото сделал. Вот этот набор яркий, да, красивый? Бордо, перламутр. А, вот зеленый еще есть такой. И вот здесь разносик такой красивый. Видите, по-часовой тяжело вам. Да нет, я думаю, что отказать третью ставят. С пломбой. Смотрите, даже с пломбой. Красота. Либо по калибру садятся, либо... Я люблю красный цвет, бархатное платье, витрина в красных оттенках. Здесь еще одно платье.